Всем привет! Вырвались сегодня на рыбалку, сегодня 30 число. Решили попробовать поискать рыбку. Лед на грани вообще исчезновения. Где вообще его нету, где тонкий, где просто рыхлый. Поэтому никому не советую выходить на лед. Мы уже закрываем сезон льда, я думаю, в этом году. Ну, в общем, что из этого получится, я вам покажу. Вот у меня есть вот такая вот удочка. Балабаечка. Балалаечка. Не понимаю, как это точно правильно. Маленькая мормышка и 0,1 леска. Людей на канале просто тьма. Тьмущая просто, посмотрите на это. Все голодные. И почему-то вот тут никого. Все тут стоят на проходном канале. Дальше никого. Лед тает вон. Ну, в общем, я вам покажу, как сейчас это все ловится. Все в реальном времени. Станем рядом с Пашкой. Опускаем мормышечку. Опустили. И ждем. Даже вот так вот поставим, чтобы вам ничего не видно. Такая вот у меня балалайка, балабайка. Тут Паша сидит. Он поклевочки происходит. Уже не происходит. Он у меня. Оп! И вот она, таранька. Отпустим ее. Опускаем нашу мормышку около дна. И смотрите. Я не трогаю и сразу берет. Хоп. Есть. Иди домой, расти. И больше не попадайся, никому пока не вырастешь. Покажи, Таранька. Ух, какая красавица. Неплохая, неплохая. Хоп, выложила. Подсекаем. Это хорошая. Опа, сошла. Не знаю, было бы, было или нет, видно в лунке, но Паша что-то тянет. Вон, нормальная таранька. Извините. По зубам получил только что камерой. Ой. А, малыш. Что-то странно. На крупные мормышки мелкая рыбка клюет. На мелкие мормышки крупная рыба берет. Опа! О, смотрите, какая жирная, большая. У нас Паша сидит в 10 сантиметрах. Ну ладно, не в 10, но... Смотрите, смотрите, какая она красавица там. Вот так она и клюет. Да, заглотит она нормально. О!
Шустрая какая. Вот такая вот тарань. О, клюнула небольшая. Плыви. Паша тянет, он с-под рюкзака. А, мелочевка. Вот, этот подостойнее будет. Что, Паша, активизируем клев? Да. О, наша прикормочка. Такой таранька, как у нас, уже есть. Нарисованный. Хватит? Да. Или тебе еще? Такая вот специальная плотвинная серия. Смотрите, и сразу по клевке. Опускаем, вот смотрите, оп. Занят, перезвони, давай. Это не реклама прикормки, нет. Просто мы нашли рыбку и знаем, как кормиться. О, это хорошенькая, наверное. Не, небольшая. Крупная. Заглотила полностью вот лесочка. Сошла. Была мелкая. Хорошая, да? Да, хорошая. Ух, какая шустренькая. Да чего-то, наверное, попалась. О, хорошенькая. Ого. Что это такое? Ага.
Бойкое какое. Вот. Такая вот. Лед еще бодрый. Слушай, думаю, что кивок не настраивается. На мотыляку. Но он оказывается просто. Вот тут то же самое, смотри. На грызки мотыля попробую. Да? Да, сантиметров 20 это. Не могла опустить. Думал, травы на них. Ты что, клюнула, да? Смотри. Смотри, мини. Смотри на кубок мой. Вот она. Смотрите, что там происходит. О. Вот такая вот красотка. О, смотри, вот такая вот таранька, вот такой вот клёв. Сейчас вам покажу, как это все происходит вблизи. Опускаем и ждем поклевку. Оп. Зашла поклевка. Опять небольшая, мы ее отпустим. Шершеватая. Выпускаем. И вот поклевки сразу. Опять маленькая, отправляем ее подрастать. Опускаем, опускаем, опускаем. И сразу след она берет. Хоп! Это покрупнее. Да, вон какая крупненькая. Так и живем. Это возьмем. Отдаю эстафету Паше. Сам пойду поплавок поставлю. Слушай, наверное, надо было за среднее кольцо сделать, так чтобы она уперлась. Почему? Потому что она так и пойдет вместе с поплавком. Не, нормально.
Вот так вот нас вывели. И пойдем поставим. Все. Так мы установили. Все, идем. Будем ждать поклевки. Ого, это успех. Это тут он. Что берет? И у меня берет. И у Паши берет. О, у Паши хорошая. И у меня шикарная. Интересно, наплывами, да? Нету. Опарыш. На опарыш? Ого! Морской салат на опарыш, это зачет. Морской. Канальный. О! Топ! Такая вот. Тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара. Тара-ра-ра-ра-ра-рань. Опускаем. Покажу толщину льда. Ну, конечно, где бы ты еще руки помыл. Тара-тара-тара-рань. А у Паши тут лупашит. Лупашит у Паши. Вон такие поклевки. Опа, ничего. О, Паша глубина, о, какая. Пока Паши нет, я на его удочку ловлю. Главное, чтобы он этого не видел. Хоп, смотри. Вот так вот таранечки мы поймали сегодня, крупный. Водонасоска вначале уже открытая от воды. Так, закраенные длинные еще. А Днестр, в принципе, уже чистый. Не в принципе, а он чистый. Сейчас вам покажем. Смотри. Оп, видел? Да. Андатра или выдра. Смотри, какой тут обратка лед крутится. Все, идем на бетонку, посмотрим, что там. Водичка прозрачная. Красота, понырять можно. Вон, смотри, вон она, смотри. Смотри, какая тут яма. Красота. Сети, как всегда, стоят вон. Браконьерские. Крутяк.